Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Всех с новогодними праздниками и добро пожаловать в подмосковный Подольск. Атаковать Ржепика Миро Алтынен. На противоположный край Стасенко. Опаснейший момент, и находясь спиной практически к воротам, Миро Алтынен отправляет шайбу в ворота Владислава Подъепольского. Легким движением клюшки. Манухов. Вот эта четверка сейчас обороняется. Макеев пропускает шайбу. Швец роговой низом. Отскакивает шайба на пятак. И оттуда уже Алексей Макеев. Удаленного у казанцев игрока. Артем Лукоянов по-прежнему на скамейке. Штрафников. Как здорово сейчас все сделал Семин. Марков вперед на Зарипова, Зарипов на Ярулина. Тот все-таки сохранил шайбу. Вот если бы сейчас клюшка была у Моисеева. Ох, и Ортио. Ортио играет, и все-таки повторным броском казанцы заставляют финского голкипера капитулировать. Ну, назревал гол, что уж тут говорить. Взялись рьяно за... Поддавливал его Миро Алтынен, но не настолько. Основин идет к воротам, пробирается, и как же сейчас казанцы были близки к тому, чтобы выйти вперед. Момент у Дениса Зарипова. Здесь был на длинном борту Шинкевич. Ох ты! Ну вот еще одно удаление сейчас будет за подножку Шенкевича. Лямкин двигает шайбу вперед. Не сумел Андрей Попов зацепиться. И вот возможность у Витязя. Дубль Миро Алтынена. Мы сейчас только что лицезрели. 2-1. И Витязь выходит вперед. Встают трибуны почти до отказа. Они сегодня заполнены. Те, кто пришел поболеть за подмосковный Витязь. Алтынен с неудобной. Ну и здесь Подъепольский уже совершает маленький вратарский подвиг. Потому что сейчас был близок Миро Алтынен к хет-трику. И здесь от клюшки Стасенко шайба рикошетит в створ ворот. Йони Ортио, финский голкипер на чеку. А сейчас вот так вот с мясом пытается завести шайбу Лукоянов. По-моему, Лукоянов, да? Или нет? Или Секач? Да, прошу прощения. Да, интересная ситуация. Вот выезжает на пятак Лямкин. Проталкивает шайбу. Не видел просмотра, определено. Была помеха вратарю. Помеха вратарю все-таки была. Удается перевести на противоположный фланг игру и вообще вывести шайбу. Но Аркбарс очень быстро возвращается. Опасно. Шайба под ловушкой Йони Ортио. Крупным планом ее... Наши операторы выхватывают. Видимо, что ЦСКА случился в декабрьском. Что интересно, у трех вратарей. Ох, момент какой! Выручает Ортио. И защитник тоже рядышком оказался. Снова открывается под бросок. Бросает. Мимо рикошетит шайба от лицевого борта. Но на пятак не выскакивает. Зарипов. Передача на пятачок. Опасный момент. Сейчас где шайба? Куча мала. Вот так вот Йони Ортио поднимает вверх и говорит: все, вот она. Ребята, успокойтесь, я все контролирую. Даже без клюшки остался врата. Не было возможности у Клинхаммера. Пустые ворота, летит шайба и оказывается в сетке. Третья шайба Витязя в этом матче. Ну, не знаю, вроде как время уже истекло. С победой, Витязь!
третью шайбу. 2-1. Тоже, в принципе, хорошо.